Скандал с директорским креслом разразился в колледже искусств имени Тутимбета. Его занял знаменитый каргандинский домбрист, певец, который озвучил Амре в одноименном фильме «Сержан Мусаин». Вот только сотрудники колледжа не согласны с этим. Подробнее в сюжете Людмилы Вачкиной. Сауле Жутеева была одной из четырех кандидатов на должность директора колледжа искусств имени Тутимбета. Она уверена, что конкурс на вакантное кресло прошел нечестно. По условиям претендент должен иметь минимум год стажа на руководящей должности. Победитель Сержан Мусаин предоставил документы, что с 2013 по 2014 годы руководил ансамблем «Арай». Но в те годы у ансамбля был другой худрук, утверждает Сауле. Это меня возмутило, что вот данный кандидат предоставил недостоверную информацию. Я считаю, что как кандидата мои права были ущемлены и нарушены, потому что я в данном учреждении работаю около 20 лет, имея высшую квалификацию преподавателя, занимала должности как заведующего дневным отделением, заместитель директора по учебной работе. Сержан Мусаин – домбрист, певец и преподаватель, лауреат международных конкурсов и обладатель премии фонда первого президента РК. Но больше всего известен тем, что стал голосом Амре Кашубаева в фильме об этом известном казахском теноре, который в 1925 году в Париже покорил европейскую публику. Новый директор колледжа от комментария отказался, ответил, что не хочет оправдываться и что для него важнее имидж колледжа. Однако слова Сауле Жутеевой подтверждает Александр Севастьянов, заслуженный деятель Казахстана. 2011 год по 2015 год с основания и до выхода на пенсию я был руководителем ансамбля «Арай». В 15-м я вышел на пенсию и являюсь там инструменталистом, ну, концертмейстером. А то, что я был руководителем, это вам подтвердят все артисты, которые работали под моим руководством. Конкурс на занятие вакансии директора колледжа имени Тутимбета проводило Управление образования области. Департамент контроля в сфере образования нарушений в проведении конкурса не нашел. Мы не перепроверяем документы. Мы рассматриваем то, что нам прикладывают все кандидаты, подавшие заявление на вакантную должность. В учет берется вся его трудовая деятельность, все его результаты его тестирования, результаты согласования попечительского совета. На заслуги мы ни на что не смотрели. Сауле Жутеева уверяет, что переживает за будущее родного колледжа, который имеет почти 70-летнюю историю и высокий рейтинг. Он известная личность, это по культуре, да, получается. Культура, вот филармония, концертное объединение – это работники культуры. А данное учреждение – это, получается, образование. Здесь совсем как бы по-другому идет. Преподаватель подала иск в суд и требует пересмотра результатов конкурса. Людмила Батюшкина, Ирина Ненашева, Данил Заславский, Пятый канал.